Крок по кроку, подиум А1, лекция 5, часть Д. Ким она ест? Кем она является? Кто она? Для начала прочтем диалог и переведем. Хавьер и Уве щедзом разом пши столику ест пшерва. Хавьер и Уве сидят вместе за столиком. Есть перерыв, сейчас перерыв. В польском языке сидим пши. Пши столику, а не за как бы столом. Пши столику, пши компутеж. Итак, читаем, переводим. О, цо маш, цо то ест? О, что у тебя, что это? То, то ест фотография. Ту ест моя родина. Это моя, это фотография. Здесь моя семья. То ест твоя жена, а то твое детско, так? Это твоя жена, а это твой ребенок, да? Так, моя жена Анна и мой сын Эрик. Да, моя жена Анна и мой сын Эрик. Твоя жена ест бардзо ладно, ест пенкно. Твоя жена очень красивая. О, так, ест пенкно и уталентована. О, да, она красива и талантлива. Она ест акторку. Она является актрисой. Она актриса. Ест бардзо популярным акторку. Она очень популярная актриса. Она является очень популярной актрисой. Працуе в театре в Берлине. Она работает в театре в Берлине. А ты кем естеш с заводу? А ты кем являешься по профессии? Ты кто по профессии? Естем бизнесменом. А ты? Я бизнесмен, то есть я являюсь бизнесменом, а ты? То скомпликованное, это сложно. Але с заводу естем музыкем. Но по профессии я являюсь музыкантом. По профессии я музыкант. Грам на гитаре, аккордеоне, на пианине. Естем теж инструктором танго. Я также инструктор танго. Я являюсь также инструктором танго. Естеш музыкем и умеш танчить танго. Ты являешься музыкантом и умеешь танцевать танго. Почему в этом диалоге я два раза переводила одно и то же предложение? Например, естеш музыкем, ты являешься музыкантом и ты музыкант. Потому что сейчас мы с вами пойдем изучать новый падеж, нажентник. Падеж по-польски «пшипадок». Нажентник – творительный падеж, который как раз отвечает на вопросы «кем», «чем», «ким», «чим». Являешься кем? Музыкем. Являешься кем? Инструктором танго. Итак, рассмотрим табличку. Мы сейчас говорим о нажентнику, который отповедает на питание «ким», «чим» и розмовляем в личбе поединчей. Мы сейчас говорим о творительном падеже, который отвечает на вопросы «кем», «чем», и мы будем разбирать единственное число. Что у нас есть в таблице? Пшеметник – прилагательное, жечовник – существительное, пшикот – пример. Род займенский, род зайженский, род зайниякий, мужской, женский, средний род. И что мы видим? Классную вещь, что окончания в среднем роде, в мужском роде совпадают. Ура! Итак, прилагательные имеют в мужском роде, в среднем роде окончание «ым», «им», существительное окончание «эм». Например, «он ест добрым детским». «Добре детско» – средний род. «Ест ким добрым детским» – является хорошим ребенком. Он ест добрым студентом. Он является кем? Хорошим студентом. Он хороший студент. Добрый студент, добрым студентом. И обратите внимание, что очень схожие окончания с русским языком. По-русски мы скажем, он является хорошим. У нас также у прилагательных окончание «ым». Студентом окончание «ом» в польском языке мы заменяем на окончание «эм». В принципе, созвучно. Также есть слова мужского рода, которые заканчиваются на «а». Например, мужчина, папа, коллега. Такие же слова в польском языке. Мужчина, тата, коллега, артиста, дентиста и так далее. И вот такие слова существительные, которые имеют окончание «а» в мужском роде, изменяются по правилам женского рода. Он ест высоким мужчином. Он является высоким мужчиной. В русском происходит то же самое. Итак, переходим к женскому роду. Здесь также несложно. И прилагательные, и существительные имеют одинаковое окончание «ом», «аз угонке». Она ест добрым студентку. Она является хорошей студенткой.
Несколько примеров по-русски. Она является умной девочкой. Она является доброй мамой. То есть в русском языке «ой-ой» заменяются в польском языке на «ом-ом» созвучно. «Она ест пенкном девчином», «она ест ладном секретарком» и так далее. И давайте пойдем к упражнениям. Чвичение другое, чвичение номер два. Нам нужно мяновник, чиножинник выбрать и поставить предложение в нужную падежь. Разберем пример. Эрик – тот добрый сын. И здесь мы видим мяновник, именительный падеж. Эрик – хороший сын. Нам надо сказать, Эрик является кем? Хорошим сыном. Эрик ест добрым сыном. Кася – то амбитна студентка. Кася – Катя – амбициозная студентка. Смотрим, женский род. Кася ест кем? Амбитном студентком. То ест шведский кухаш. Это отличный повар, прекрасный повар. Нам надо сделать творительный падеж. Он является кем? Отличным поваром. Он ест амбитным кухажем. Агнешка ест милым секретарком. И здесь у нас предложение уже стоит в нажинтнику в творительном падеже. Агнешка является приятной секретаршей. По-русски, конечно, некрасиво говорить секретарша, но в данном контексте очень хорошо, чтобы увидеть окончание. Надо сказать просто «Агнешка – приятная секретарша». Агнешка – то мила секретарка. Ян ест веселым мужчином. Ян является веселым мужчиной. Ян – то веселый мужчина. Ян – веселый мужчина. Варшава – то столица Польши. Варшава – это столица Польши. Здесь изменяем только слово «столица», потому что столица чего? Польши. То есть не польской столицей, а столица Польши. Это не прилагательное к слову «столица». И скажем, Варшава ест столица, женский род, столицом Польши. Пикассо – то популярный маляр. Пикассо – популярный художник. Смотрим, мужской род. Пикассо ест популярным маляжем. Краков ест старым мястом. Уже стоит в творительном падеже, уже использован нажинник. Краков является старым городом. И нам надо сказать просто Краков – это старый город. Краков – то старое място. Средний род у прилагательных окончания «э» – старое място. Осципек, название сыра, осципек ест региональным сыром. Осципек является региональным сыром. Осципек – то региональный сыр. Осципек – это региональный сыр. Центром культуры и штуки японский манго ест новочесным будинком. Центр культуры и искусства, штука искусства, например, штучный интеллект, искусственный интеллект. Значит, Центр культуры и искусства японского, манго, название, является современным зданием, новочесным, современным. Новочесный будинок. Центром манго – то новочесный будинок. Центр манго – это современное здание. Переходим к следующему упражнению, к третьему. Нам нужно в диалог ставить слова из рамочки. Давайте прочтем и переведем. Cześć mami, co czytasz? Привет, маме, что ты читаешь? Cześć, Javier, czytam książkę biograficzną. Я читаю биографичную книгу. А кто то ест? А кто это? То ест виткаци. Это виткаци. Виткаци? Так, то bardzo popularny polski malarz, pisarz, dramaturg, fotograf i filozof. Artysta. Да, это очень популярный польский художник, писатель, драматург, фотограф, философ, артист. Мне стыд и не знаю. К сожалению, я не знаю. И я напомню, что когда у нас слово состоит из одного слога и перед ним предлог, то при произношении ударение падает на предлог. Мне стыд и не знаю. Ох, Хавьер, не мартвище. Ой, Хавьер, не волнуйся, не беспокойся. Мартвище, беспокоиться, волноваться. Не мартвище, не волнуйся, не беспокойся. Я знам виткацегу, бо интересуюся штуком и малярством. Я знаю виткацегу, потому что я интересуюсь искусством и живописью. Опять же, наш нажинник, интересуюсь чем? Штука, штуком, малярство, малярством.
Але, наприклад, танго чи акордеон – то для мене чарна магія. Но, например, танго или аккордеон – это для меня черная магия. То есть ничего он об этом не знает и не понимает. И следующий вопрос, который также мы задаем в творительном падеже, в нашем днику. Чим ще інтересуєш? Чем ты интересуешься? И отвечаем «интересующе», «я интересуюсь». И все ответы здесь мы ставим в творительном падеже, в нашем днику. Потому что у нас на женник отповеда на питание «ким», «чим» и все, что отвечает на эти вопросы в этом падеже. Интересующе спортом, спортом, боксом, малярством импрессионистичным, живописью импрессионистической, историем, история, чим историем, пилкомножным, футболом, пилконожно, пилкомножным, музыком роковым, музыкой, рок-музыкой, музыком роковым, фотографиям, фотография, чим фотографиям, фотографией, французскими фильмами, спортами экстремальными, экстремальными спортами, книжками криминальными, криминальными или детективными книгами. И здесь обратите внимание, последние три фразы во множественном числе. И немножечко зайдем вперед и посмотрим, какие окончания в нашем днику в личбе «многие» во множественном числе. А они такие же, как и в русском языке. Прилагательные «ими», «ими», существительные «ами». Смотрите, «фильмами» и «фильмами» по-русски. «Французскими», «французскими», «спортами», «экстремальными», «спортами» в русском языке. Экстремальными, все один в один. Кшоншками, криминальными, книгами, криминальными. Классно. Давайте выполним упражнение номер 4. Нам нужно по фотографии определить, кто чем интересуется. Маме интересующая малярством, живописью. Анжела интересующая литературом, литературой. Чили кшоншками, читанием. Уве интересуюся спортом, а конкретно тенісом. Тен меншчизна інтересуюся музиком. Та кобєта інтересуюся фотографією. Фотографія фотографіом. І немножечко ще поговоримо о інтересах. Заінтересування – інтереси. Давайте посмотрим, як спрягається, як змінюється глагол, часовник інтересовуюче, глагол інтересуватися. Я інтересуюся. Ты интересуешься, он, она, оно, пан, пани, интересуешься, мы интересуемыще, вы интересуечеще, они, оне, панове, паньство, пане, интересуемще. Мы можем спросить, чим, люб, кем ще интересуешь, чем или кем ты интересуешься, чим, люб, кем ще пан, пани интересует, чем или кем пан или пани интересуются. И отвечаем, когда говорим «я», интересующе кем-чем. Я интересуюсь тем-то или кем-то. Итак, прочтем. Чем мы можем интересоваться? Интересующе спортом. Спорт родзименский спортом. Музыком. Музыка родзиженский музыком. Интересующе философиям, медицином, медитацием, политиком, фотографиям. Все это женский род. Філософія, медицина, медитація, політика, фотографія. Везде окончання «аз» у гонки. Я інтересуюсь філософією, медициною, медитацією, політикою, фотографією. Інтересуючи кінем, театром, рисуванням. Я інтересуюсь кіно, родзе ніякі, кінем, театром, рисуванням. Інтересуючи економіком, науком, історією. Знову пішов женський род. Ми можемо також інтересуватися кем-то. Интересующе тим хлопаким. Тен хлопак тим хлопаким. Интересующе том девчином. Та девчина том девчином. Интересующе твоим братом. Твой брат твоим братом. Интересующе твоим сестром. Твоя сестра твоим сестром. Интересующе моим цурком. Ты интересуешься моей дочкой? Не интересующе моим сыном. Мой сын моим сыном. Ты не интересуешься моим сыном. И выполним упражнение номер 5.
прочтем. Здесь нужно по фотографии фотографию преобразовать в слово и написать его. Кто ест Марта Новак? Она ест с Польски. Это Марта Новак, она из Польши. Мешка в Варшаве. Ма 23 лата. Она живет в Варшаве, ей 23 года. Ест низко, весело и сильно, але терес ест хора. Она низкая, веселая, сильная, но сейчас она больная. Студиюе графике компьютеровом на ASP. Она изучает, то есть изучает, да, графику компьютерную. Она шведня муви по-ангельску и трохи по-хишпанску. Она прекрасно, отлично говорит по-английски, немного по-испански. Интересующая фотографией, спортом, музыкой. Она интересуется чем? Вот он, наш наследник. Фотографией, спортом, музыкой. Она бардзо любит робить здъенча. Она очень любит делать фотографии. Обратите внимание на слово студиюе здъенча. Здесь мы не смягчаем буковку «д», она чаще всего остается твердой. Студиюе здъенча. Повтужение. Здесь нам нужно прочитать текст и к подчеркнутым словам поставить вопрос. Для начала прочитаем и переведем. Кто ест маме? Она называется маме Такада. Это маме, ее зовут маме Такада. Ест из Японии. Она из Японии. Нормальный мешка в Токио, але терес мешка в Кракове. Обычно живет в Токио, но сейчас она живет в Кракове. Такое повторение всего, что мы проходили. Ма 20 лат. Ей 20 лет. Ест низко, щупло и симпатично. Она низкая, худенькая и симпатичная. Муви по-японску, добже по-ангельску и зна трохи польски. Она говорит по-японски, хорошо по-английски и знает немного польски. Трохе, э в конце твердое, не смягчаем. Она ест добрым студентком. Она является кем? Хорошей студенткой. Она хорошая студентка. Терез она интенсивне учащи языка польского, бо плануя студиовать маларство в Польсце, а конкретнее в Кракове. Сейчас она интенсивно изучает язык польский, потому что планирует учиться живописи в Польше, а конкретно в Кракове. Интересующе музыком роковым, малярством и архитектурой. Она бардзо любит малевать. Она интересуется чем? Наженник. Рок-музыкой, живописью, архитектурой. И она очень любит рисовать. Итак, первое подчеркнутое слово «маме». Кто то ест? То ест маме. Як она еще называ? Она называ еще маме Такада. Сконт она ест? Она ест из Японии. Где она мешка? Она мешка в Кракове. Или она малат? Она ма 20 лат. Яка она ест? Она ест низко, щупла. Ким она ест? Она ест добрым студентком. Где она хце студиовать? Она хце студиовать в Польсце. Чим она ще интересує? Она ще интересує музиком роковим, малярством і архітектуром. Цо она бардзо любить робить? Она любит малювати. Домашнє задання. Прочитайте ще раз вслух текст. Обязательно вслух читаємо. Этот текст также читаем. Изучаем нажентник, шипадок нажентник, падеж творительный. Интересы. Можно написать, кстати, в комментариях или проговорить для себя вслух, кем и чем вы интересуетесь. Читаем диалог вслух обязательно. Читаем все примеры обязательно также вслух. Для чего мы это делаем? Таким образом мы тренируем говорение, аудирование, чтение. И в такой способ гораздо легче запоминаются новые слова, фразы, выражения. Также читаем этот диалог и запоминаем окончание в творительном падеже.